Всем привет, дорогие друзья! С вами Макгрубер. И сегодня мне досталось вот такие вот три замечательные открытки от магазина комиксов On The Bus, моего любимого магазина. Каждый конверт дается при покупке от 300 гривен. То есть я сделал покупку на 900 гривен, получил вот такие вот три, кстати, именных открытки. Я не знаю, что там, возможно, будут повторы. Ну, давайте начнем распаковывать, смотреть. Конечно, лучше бы деньги положили, но и открытки сойдут. Хочется как-то аккуратно вскрыть, но не получается. Если так заклеено, что нормально не получается. Или я просто рукожоп. Все может быть. Итак, открываем, смотрим. Готовы? Поехали. Так, что здесь у нас? Ну, похоже больше на Доктора Стрэнджа, честно говоря, вроде как. Логотипчик на открытке On The Bus. Да, классно выглядит, действительно стильненько. Так, первый пошел, смотрим, что в следующем. Аккуратно открываем, ну, аккуратно здесь уже никак не сделаешь. Готовы? Опа! Так, что здесь у нас? А здесь у нас открытка со сорви головой. Со сорви головой. И где Кингпин, он же Амбал, как во вселенной мультфильмов 90-го года про Человека-паука. Ну, сделано круто тоже. Классный стиль, дизайн. Молодцы, ребята. И третий финалист. Так, все готовы? Поехали! Так, о, слава богу, не повтор. Здесь у нас Росомаха. Да, с такой замечательной, доброй мордашкой. Очень классно сделано, тоже молодцы. Действительно, то есть два рисунка по бокам в одной стилистике, а здесь совершенно такой другая стилистика. Да, браво, магазин On The Bus. Молодцы, открытки действительно достойные. Но мне осталось напомнить, что с вами был Макгрубер. Покупайте комиксы в интернет-магазине или просто в магазине On The Bus. Это лучший комикс-шоп в Украине. Ну а мне осталось добавить, что с вами был Макгрубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и читайте хорошие комиксы. До новых встреч, друзья. До свидания.